В Москве пойман некогда известный и влиятельный в криминальных кругах уроженец Грузии Илья Симония. Раньше он даже носил звание вора в законе. Однако был лишен этого титула после конфликта с, пожалуй, самым известным авторитетом мира преступности Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик. Взлеты и падения в криминальной карьере Махохи изучил Олег Пособин. Известного в прошлом криминального авторитета Илью Симонию по кличке Махоха оперативники задержали за воровство барсеток. Его банда работала на Ленинградском проспекте в столице, а также на рынке в Химках. Жертвами злоумышленников чаще всего становились женщины на дорогих машинах. Один из воришек завязывал с дамами беседу. Подельники в этот момент тащили из салона автомобиля сумки и кошельки. Роль Махохи в этом деле для авторитета выглядит необычно. Он был водителем. Все подельники вора – его земляки. Фамилия, имя, отчество? Анатолий Тенгиз Яшаевич. Год рождения? 68-го, 15 августа. Год 2, Гига Тенгиздеевич. Год рождения? 82-го, 03-го, 06-го. Большую известность в криминальных кругах Махоха получил из-за конфликта с Япончиком. Будучи вором в законе в Иркутске, Илья Симоней оспаривал авторитет Иванькова. В результате на очередной сходке Махоху самого лишили воровской короны. Правда, многие грузинские группировки так и не признали этого решения. В последние годы Илья Симоней выпал из поля зрения оперативников. Один из задержанных был ранее судим за убийство и отбывал в местах лишения свобод за данное преступление 10 лет. Банда барсеточников жила на съемной квартире. Во время обыска оперативники нашли там женские кошельки, сумки, драгоценности, а также ключи от дорогих иномарок. Ключи от чьей машины? Не знаю ничего. Оперативники вычислили барсеточников, когда они совершали очередную кражу. За их машиной проследили, а взяли злоумышленников, когда они пытались сменить номера. Олег Пособин, Вадим Демидов, Антон Минахин, 5 канал, Москва.